Сегодня в выпуске. Гогена просто обманули. Андрей Малахов публично разоблачил новоиспеченную супругу Солнцева. На днях Гоген Солнцев со своей новоиспеченной женой появились в студии Андрея Малахова. Пара недавно сыграла свадьбу и готовилась стать родителями. Как обычно, не обошлось без скандала. На шоу явилась экс-жена Солнцева с новым избранником. Оказалось, что пенсионерка не сидела сложа руки и уже подыскала себе бойфренда, который младше нее на 20 лет. Екатерина Терешкович набросилась на дочь, которая увела у нее Гогена. К тому же на программе присутствовала и подруга экс-жены Гогена. Лидия Олиференко накинулась на беременную Полину с кулаками и оттаскала ее за волосы. В конце передачи вышла гинеколог Ирина Филатова. Врач поведала, что Полина не так давно обследовалась у нее. При этом она отметила, что избранница Гогена не беременна. «Ко мне пришла Полина на обследование. Я спросила, делала ли она тест на беременность. Она его, как выяснилось, не делала. Случаи всякие бывают. Я деликатно принимала ее. Она не беременная. Бывают нарушения цикла. Ей надо просто полечиться. Гогена, получается, просто обманули», — пояснила врач-гинеколог. Солнцев был шокирован таким заявлением. Расстроенный шоумен предположил, что Полина пошла на обман с целью выйти за него замуж. А ведь Гоген уже придумал имя будущему ребенку и строил большие планы на будущее. А что вы сами думаете, дорогие друзья? Пишите свои мысли в комментариях. Какое ваше мнение по этому поводу? Спасибо большое за просмотр. И приятного вам дня!